Православные всего мира отмечают Пасху. Сотни людей сегодня собрались у Спасо-Преображенской церкви в Шклове. По случаю праздника храм посетил президент Александр Лукашенко. По традиции, глава государства в день Воскресения Христова посещает разные регионы Беларуси. В этом году президент приехал на свою малую родину. Александр Лукашенко родился неподалеку, в городском поселке Копусь Сершанского района. Президент ознакомился с праздничным убранством церкви, вместе с сыном Николаем поприсутствовал на пасхальном молебне и под праздничным песнопения поставил свечу у иконы Божьей Матери Утолимой и печали. Дальше тоже христианская традиция – обмен подарками. Архиепископ Могилевский Мстиславский Сафроний подарил президенту икону. В ответ Александр Лукашенко преподнес храм образ Никола с палеосным святыми Михаил Ефросинья. Глава государства поздравил собравшихся у церкви верующих и всех белорусов с праздником и призвал ответственно трудиться на своих местах ради общего дела. Радость сегодняшнюю, я знаю проблемы, которыми живете вы. Мне достаточно посмотреть на Шклов, на поля вокруг. Я очень хорошо за предыдущий день посмотрел на них, вижу проблемы, которые нам надо решать. Главное, что я хочу сказать, вы только решайте свои проблемы. Вот что должен сделать каждый человек, вы сделайте, пожалуйста, не перекладывайте ни на кого. И у нас тогда будет все хорошо. Если мы начинаем друг на друга толкать, что это кто-то должен сделать, не я, это власть плохая, которая должна сделать, это плохо, это неправильно. Надо прежде всего смотреть на себя, а что я сделал, а что я могу сделать для того, чтобы было лучше, не только на родной земле, но и вокруг. Если так будем подходить к делу, все у нас будет. А то, что в Шклове люди умеют работать, поверьте, я знаю. Очень хорошо знаю. Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей, которые здесь управляют, да и я не отпихиваюсь от этого, несу за это ответственность, тем более за свою землю, на которой я, в общем-то, человеком стал. Всем верующим президент пожелал мира, крепкого здоровья и улыбок. Жителей Шклова Александр Лукашенко поблагодарил за идеальный порядок.